אני התחברתי לא מזמן לשידורים שלכם, אחרי ש... Я, допустим, недавно увидел вашу трансляцию после того, как... Очень приятно. Был в Илате. Да, очень приятно. И я чувствую себя лучше, вот когда смотрю канал. Это уже свет? Да, это какое-то новое явление. Воздействие света, да. Этот свет, что станет, сделает меня лучше? Что я хочу быть более лучшим человеком. Тогда ты должен действовать с этим. Что значит действовать? Свет — это сила, энергия, которая оживляет материю. Материя — это желание получать. Ты говоришь, мое желание получать должно получить такую форму, которая будет называться добром. Что такое добро? Что ты называешь добром? Не знаю. Я думаю, что добро — это быть самым умным. Если я буду умнее всех, разумеется, я и преуспею больше всех. Другой говорит, нет. Умный, успеет, там, преуспеет. Я хочу быть самым здоровым, самым сильным. Это хорошо. Так назови, что для тебя хорошо. Я хочу быть лучше к тем людям, которые вокруг меня. Я хочу передавать свет. Я хочу, чтобы было хорошо. И чтобы людям было хорошо. Ты так да, получил такое время, как да, побывал у вас в ваших кругах, в Илате, получил такое вот ощущение. Я понял, что у меня есть такой, наверное, свет, у вас это чувствуется. И мне хочется узнать, как это, что это. Для этого тебе надо прийти сюда, потому что вся много каббала — это методика, как постичь свет, как наполниться. Вся методика каббалы в конечном счете обучает нас тому, что мы желание, и как мы можем управлять светом, который выше, но мы можем управлять им, чтобы он нас изменил. И свет может изменить нас только при условии, что мы хотим ему уподобиться. Именно этого ты и хочешь. Ну так об этом целая методика. Тебе необходимо учиться.